Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. На данной валютной паре можно наблюдать укрепление британской валюты по отношению к доллару США, что является достаточно уникальным в сравнении с остальными торговыми инструментами, где за последние несколько торговых сессий наблюдается в основном укрепление доллара по отношению к другим валютам. Стоит также отметить, что на часовом графике по фунт-доллару на данный момент сформировалась разворотная фигура голова и плечи, что говорит о вероятном краткосрочном развороте тренда на данном рынке. В целом же на данном рынке наблюдается продолжение восходящего тренда в виде укрепления фунта стерлинга больше, чем укрепление американской валюты. Тем самым я ожидаю продолжения восходящей тенденции после достижения уровня 1.2475. Также это будет совпадать с достижением линии 61% по Fibonacci от недавнего импульса и, безусловно, линии поддержки самого восходящего тренда на часовом графике. Для трейдеров, использующих контртрендовые стратегии, есть возможность для заключения краткосрочных сделок на продажу от данного уровня цен с фиксацией при достижении поддержки 1.2475. Сегодня ни из Великобритании, ни из Соединенных Штатов не ожидается важной макроэкономической статистики.